Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 28 октября 2023 года. Сегодняшняя ночь в Одессе и в Одесской области была не совсем спокойной. У нас была воздушная тревога, и я о ней сообщал в своем ночном видео. Значит, началась она в 00:18, и отбой воздушной тревоги дали в 00:35. Была такая информация о том, что летела ракета или ракеты с Крыма, ракеты «Ониксы», в направлении Измаильского района Одесской области, и там звучали взрывы. Более подробностей никаких нет. Что там происходило? Отработала ПВО, была сбита ракета «Оникс» или же есть прилет, пока еще информация не уточнялась. Как только она появится, обязательно вам ее сообщу. Больше воздушных тревог не было. В городе никаких взрывов не звучало, в самой Одессе. На протяжении всей ночи во время воздушной тревоги все было абсолютно спокойно. Ну и касательно прилета тоже пока есть информации никакой нет. Значит, я на связи. Будет обновляться информация, буду сообщать. Всем желаю мирного неба, хорошего дня, хороших выходных. Сегодня у нас суббота, в Одессе солнечно. Надеюсь, солнце продлится целый день, потому что вчера с утра тоже было солнечно, а к вечеру начало становиться пасмурно. Ну а там посмотрим. До встречи в новых видео, всем пока.